Экипаж! Капитан Коновалов, командир восьмерки. Инженер-технолог Павло Чумак. Это груда металлолома. Танк должен быть исправлен в ближайшее время. Фугас мне в жопу. Повезло нам с командиром. И как? Он должен быть исправлен в ближайшее время. А по-моему, машина в порядке. И прекрасно выглядит. Особенно с вами на борту. 1942 год. Запомни эту дату. С этого момента твоя жизнь разделилась на до и после. Приказ ставки главнокомандующего. Наступление фронта начнется в 5 утра. Вот они выползли. Даже сейчас всех как кут перестреляют. Они не протянут и 100 метров. Они заглохнут и встанут в этом чертовом поле. Машина на ходу. И она на задании. Дайте починить восьмерку, и они уйдут на своем танке. Дайте шанс. Я справлюсь. Я заведу, ну куда ты? Нам говорили, что они воевать не умеют. Еще как умеют.